Герои живут рядом с нами. В одну из ночей во время январских событий рядовой Мухтар Усенов получил огнестрельное ранение. За доблестное служение Родине и народу Казахстана гвардейцу вручили орден Айбын 3-й степени. Сегодня в воинской части 55-12 прошло чествование героя. Январские события стали испытанием для всей страны, а для военных – настоящей проверкой на стойкость и мужество. Так, для рядового части 51-11 Мухтара Усенова, который защищал город семей, тема «Розные дни» не забудутся никогда. Мухтара и еще 17 солдат окружили бандиты, но парням удалось отбиться и защитить себя и свою страну. Во время бандитского нападения рядовому Усенову прострелили ногу. Любовь к родине начинается с воспитания дома, воспитания родителей. Если каждый будет любить свою страну, наша страна будет в безопасности, а наш народ будет мирным. Я считаю долгом каждого казахстанца защищать свою родину. В воинской части 55-12 прошло чествование Мухтара Усенова. Весь личный состав и солдаты-срочники выразили свое уважение и благодарность за его подвиг. Для нас это большая гордость, что Мухтар по достоинству был оценен за свой героический поступок, награжден орденом Айбын 3-й степени. И на примере Мухтара мы воспитываем подрастающее поколение в духе патриотизма и верности воинскому долгу. Я думаю, что наш долг, как командиров, воспитывать молодых воинов на примере рядового Усенова Мухтара. Ведь такие, как он, действительно проявили мужество и героизм в сложной критической ситуации. Чествование героя Мухтара Усенова пройдет во всех частях Восточного регионального командования. Раиса Мургунова, Алексей Мехедов, Иртышкпарат.